Такие, какие вы есть, потому что каждый из вас, я знаю каждого из вас, я знаю, что каждый из вас замечательный и индивидуальный, такой вот по-свойски свой, вы все мои друзья, я вас очень всех люблю, я вам желаю, конечно, не падать духом в любых ситуациях жизненных, помнить о том, что у вас есть мы, друзья, что у вас есть родные, которые вас любят и помнят, и молятся за вас. Я всех вас помню всегда и всегда скучаю по вас. Я очень хочу поблагодарить моих музыкантов, нашу группу. Это Таня Белякова, клавиши. Наша романтическая нота, тонкая, нежная, ранимая. Да, вот она даже купила такие супер-пупер мини-клавиши, которые Алекс не сразу попал своими длинными пианистическими пальцами. Да, вот такие вот супер, ну кто разбирается, немножко понимает. Потому что наша клавиатура весит килограмм 15-20. Да, она осталась в Москве. Да, она очень тяжелая, и вот Таня подарил муж, да, насколько я понимаю. Да. Вот. Муж, да. Мужу привет. Детям тоже. Таня мать двоих детей. Вот. Переходим к отцу четырех детей. Это наш соло-гитарист-импровизатор, талантливейший. На ритме. На ритме гитары, да, на ритме, на нервах, кстати. Вообще просто бог нервов. Вообще первое место в моей жизни, после я не знаю даже кого. Вот. Это Кирилл, да, молодец, он, конечно, очень талантливый. Группу называется. Неровное дыхание, да. Первое сегодня. Можно нервное дыхание. Да, можно нервное. Мы назывались еще гонорея. Гипербарея, да, гонорея. Порно, вот у
он очень хотел, Кирилл очень хотел, чтобы назвались порно. Я говорю, голый, голый будешь входить ты, а не я. Вот. Зачем ходить голову-то, вот, непонятно. Уже есть такая группа, не получится. Вот, ну и поэтому не назвали, не только поэтому, это как бы не про меня. Вот. Наш мозг, наша группа аранжировщик. И, соответственно, я, Дина Журавлева. Да, призрак басиста нашего, который сейчас где-то там на гастролях, он сказал, да, типа на гастролях, но это была такая, я думаю, ну, без шутка, конечно, но в то же время он действительно там с кем-то играет, не с нами. А он слился, все, у него неразделенная любовь в Москве была, он решил уехать обратно к себе в какую-то деревню. Да, очень хороший мальчик Дима у нас такой был, саксофонист. Вот, Савики тут нам делал на вечере «Кораллы нефть», если кто-то был, помните, да. Всех дресс-код был, помните, да? Красный, черный. Вот. И Костя тоже очень талантливый молодой человек, мой ровесник, тоже отец двоих детей. И только лишь я, голос-саксофон. Да. Спереди. Так что я очень рада, что вы сегодня посетили нас. Я надеюсь, вам понравилось. И вы уйдете с наполненной душой. Такой кузовочек у вас там внутри, наверное, что-то осталось. Я очень надеюсь на это. Мы создадим группу ВКонтакте скоро, куда будем выкладывать наши записи. У нас они пока не в очень хорошем состоянии, но они будут. Вот. Все, что вы услышали, вы услышали впервые, я надеюсь, в основном. Мы сами услышали много и впервые. И мы очень волновались. Мы... Песня «Парижанка», я сегодня первый раз как бы... Да. Да. Но я решила, думаю, что это самое, Кирилл же рядом. Мы, в общем, да. Почему бы и нет. Вот. И нам было очень волнительно, и мы надеемся, что вы... Тебе вообще ничего не волнительно. Мне бы, вот, честно говоря, характер Кирилла, я думаю, что далеко бы пошла. Вот. Я вас очень люблю, обнимаю, спасибо вам за подарки. Каждый подарок для меня очень дорог. И это день рождения запомнится мне надолго. 3+3. 33 года мне исполнилось. Это такой кризисный возраст. Все звоните, когда буду плакать. Когда буду плакать, буду я вам звонить. Хорошо? Я наперед. Говорят, что какой-то там кризис будет. Это мужиков, девочки, 33 года, возраст Христа. Да. Вдруг какой-то гормон у меня там бродит. Возраст крестить. Мы решим эту проблему. Главное, пол не меняет. Спасибо. Можно включить музыку и продолжать беседовать друг с другом, тусить. Напишу. Я не знаю, не просим. У меня еще минут 10 можно использовать. А? Что вы хотите? Минут 10 хватит. Что вы хотите?